Продолжаются работы по капитальному ремонту новощипного ряда. Кроме наземной части работ, проект предполагает и подземные работы, в частности, замену инженерных коммуникаций. Один из технологически сложных видов таких работ – это замена участка старого магистрального водовода. Мы меняем его на новый полиэтиленовый диаметром 900 мм, который соответствует всем современным требованиям и имеет длительный срок эксплуатации. Эти работы в связи с высокой температурой воздуха и большим водозабором со стороны населения разбиты на несколько этапов. В ночь с 19 на 20 августа планируется завершающий этап переподключения старого водовода на новый. Управление дорожного хозяйства, как заказчик работ, приносит свои извинения одесситам и гостям города за причиненные неудобства.